В Ахинском магазине «Люкс» картофель нового урожая стоит всего 37 рублей за килограмм. В этой сумме наценка на перевозку и реализацию. Закупили его даже дешевле, чем запланировано сахалинским правительством. Урожай у нас свежий, с полей Южно-Сахалинска. Закупочная цена картофеля 26 рублей. Ну, как обычно, плюс 15%. И транспортные составляют 37 рублей за килограмм картофель свежий. У нас, значит, договор с совхозом Южно-Сахалинским, который установил цену сейчас. И эта цена будет ориентировочно где-то до марта месяца. Картофель на прилавках «Люкса» разные, производства совхоза тепличные. Например, его можно купить по 60 рублей за килограмм. Он уже упакован, это очень удобно, если нет времени мыть овощи перед очисткой. Задачу сохранить цену на второй хлеб в регионе на уровне прошлого года поставила перед сельхозпроизводителями сахалинское правительство. Она не должна превысить 30 рублей за килограмм. А прибыль свою аграрии получат за счет увеличения урожайности. В некоторых хозяйствах она весьма высокая в этом году. Например, в совхозе «Тепличный» этот показатель приближается к 300 центнерам с гектара. По сведениям отраслевого ведомства, средняя по региону урожайность в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах острова составляет 212 центнеров с гектара. В прошлом году эта цифра была гораздо меньше, всего 170. По мнению руководства министерства, добиться повышенных результатов местным аграриям помогло использование семян высокой репродукции. Но в хозяйствах необходимо наращивать количество техники. Это позволит проводить уборку быстрее, снизит зависимость от капризов погоды. К сожалению, ахинские предприниматели практически не занимаются выращиванием картофеля. По многолетнему опыту подсобных хозяйств при хорошей агротехнике и у нас ведь на севере можно вырастить и продать очень неплохой урожай. Ну а магазин «Люкс» в Ахе гарантирует своим покупателям не повышать социальную цену на южно-сахалинский картофель, по крайней мере, до марта будущего года.